Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, добрый день! Сегодня праздник, сегодня День России. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами. Знаете, пока работаешь с тиграми, да, наверное, и в любом другом жанре, позволяешь себе иногда думать, какие-то мысли вообще не связаны с твоей работой. Я себя поймал на мысли и хочу с вами этой мыслью сегодня поделиться. Вчера на одном из спектаклей у нас покалечился гимнаст. К сожалению, такое бывает. Игорь Портала спрыгнул с верхнего турника и, возможно, порвал себе связки колена. Мы его доставили в больницу, им занимаются. И вот сегодня утром его родственник там в одной группе в СМС пишет, что это такое, человеку не уделяют внимания, плохие руководители, и все в таком духе. И я сегодня, прямо перед выходом на манеж, подошел к нему, я говорю, ты к Игорю-то в больницу ездил? Он говорит, нет, я больницы не люблю. Меня так это удивило по-настоящему, что человек предъявляет руководству, а сам даже для своего родственника по-хорошему ничего не сделал. Так вот, наверное, если мы так себя будем вести, к сожалению, мы будем давать поводы некоторым дебилам о нашей стране выражаться именно так. Кто не видел, давайте внимание на экран посмотрим. Прощай, небытая Россия. К сожалению, мы сами иногда даем поводы вот таким вот, еще раз повторю, дебилам рассуждать. И к чему это я? Мы живем в величайшей стране. Мы с вами величайшая нация, потому что мы никогда не начинали войны, мы их только заканчивали. Мы всю жизнь только прекращали войны здесь, на этой планете Земля. И Майкл Джексон сказал замечательные слова. Если ты хочешь изменить мир, начни с человека в зеркале. Друзья, с праздником вас! С Днем России!